микроволновка. Холодильник. Холодильник. Если что, яйца, не могу проще. Как тебе? Тебе не нравится. Умывальник. Диши. Тарелки или что? Нет. Диши. Конечно. Шарк. Уэлл. Это кит, да? Вся семья в сборе. Все изучают английский. И даже кошечки. Анджел. Анджел. Анджел, да. Буква И. А тут не надо ничего? Нет, не надо. Туда, Юра, там. Буква И. Наверху. Вот это. Да. Это еще один хайпер. Коррект. Пич. Он дикарский пич. Пич. Коррект. Аша. I will do banana. Я поела банана, что я говорю. А пошло не банана. Arms. Elbow. А теперь я вам хочу показать возможности лингва-тренажера, возможности детской программы. Посмотрите, вы с малышом сидите и изучаете, даже если ребенок просто слышит, играя, занимаясь каким-то своим делом, он как магнитофон улавливает что-то новое. И потом в нужный момент вам обязательно снимаем на картинку и слышим звучание. Dog. С ребенком мы повторяем, или даже сами мы повторяем. Dog. Dog. Puppy. Приучайте его к звучанию этих слов. Постепенно, когда ребенок начнет говорить, он будет понимать эти слова, и вы удивитесь, что кроме его родной речи, у него будет языковой словарный запас и того языка, который вы будете изучать. У меня в практике была девочка, Сонечка, которая в 2,5 или 3 года говорила на английском, немецком, румынском, и меня попросили позаниматься русским. Через 3 дня девочка начала говорить фразами русские выражения. Мама была в восторге. Это говорит о чем? Что детский мозг восприимчивый к знаниям, он впитывает как губка. Не упустите момент. Приобретите программу Ен-101. И вы будете счастливы, у вашего ребенка будет будущее. Рассмотрим эту программу ближе. Итак, детская программа представлена 5 языками – английский, испанский, латышский, русский и китайский. Взрослая программа представлена 9 языками – английский, испанский, латышский, китайский, японский, немецкий, русский, французский, корейский. Компьютер сам повторяет. Столько раз, сколько вам надо. Кроме того, что здесь написано, есть картинка, мы еще слышим, но в то же время мы можем вот здесь записать.